Они самые бодрые и энергичные. Они мечтают, влюбляются, делают научные открытия и учатся. Студенты Елабужского института КФУ вместе со всем студенчеством России сегодня празднуют Татьянин день. Настоящие народные гуляния развернулись на университетской площади Елабужского института КФУ. Традиционно с поздравлениями всему студенчеству Елабуги обратилась директор вуза Елена Мирзон. Годы студенчества, они самые незабываемые. В эти годы зарождается самая крепкая дружба. В эти годы появляются первые глубокие чувства. Поэтому учитесь, дерзайте, не бойтесь реализации смелых идей, потому что именно в этом сейчас ваша роль молодых, задорных и интересных людей. Будьте счастливы, друзья! Еще раз с праздником вас! Студенческий праздник продолжился приветствием первых лиц города и республики. Почетными гостями мероприятия стали заместитель министра культуры Республики Татарстан Светлана Персова, заместитель главы Елабужского района Зульфия Сунгатуллина, генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Гульзада Руденко, директор Елабужского колледжа культуры и искусств Альфира Акберова. В рамках празднования состоялась церемония награждения почетными грамотами и благодарственными письмами самых творческих и активных студентов Елабужского института КФУ. Сегодня, в этот прекрасный солнечный день, нас награждали, в том числе и меня. Я очень рада, что я попала в эти ряды. Студенчество для меня – это новые друзья, новые эмоции. И я всех поздравляю с этим прекрасным днем. Праздник проходит отлично, все танцуют, веселятся. Правда, погода очень холодная, но это не помеха для наших студентов. Студенчество – это в первую очередь для меня молодость, реализация планов и идей и большой путь к будущему. Мы учимся на заочном отделении, и как прекрасно было 3 раза в год сюда приезжать и в одну из этой сессии приехать сюда и попасть на такой замечательный праздник. Нам все очень понравилось. Мы покушали блинов, попили медовухи, все очень вкусно, здорово, весело. Спасибо огромное институту. Для меня студенчество – это вообще новый этап моей жизни. Я поступила на первый курс. Это жизнь, которая наполнена прекрасными моментами. Вот я за 5 месяцев учебы я поняла то, что у меня не осталось никакого свободного времени, потому что я полностью заряжаюсь позитивом, эмоциями. Мне это очень нравится, это прекрасно. Именно святая Татьяна считается покровительницей учащейся молодежи. Тань, Танюшек и Татьян Елабужского института также ожидали приятные подарки. Сегодня замечательный день, день студента, день Татьян. Мы всех сердечно поздравляем с Танюшкой, чтобы у студентов все получилось и учеба сложилась только на отлично. А у всех Татьян и ее настоящее женское счастье. Есть у студентов такая традиция, как встретишь Татьянин день, так и проведешь весь последующий семестр. Поэтому даже самые несуеверные студенты решили провести его на позитиве. Так и получилось. Динара Магомбетова, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабужского института КФУ.